хочу вас спросить, что вы чувствуете каждый раз, когда на ваш имейл приходит самое приятное сообщение о поступлении вознаграждения? Вы в круизе, отдыхаете, спите, встречаетесь с друзьями, вы с семьей, а к вам приходят деньги со всего мира. Разве это не успех? Мой путь к успеху на планете EPL был непростым, но очень интересным. Родилась я во Львове, в семье благополучной. Многими поколениями мои предки служили театру. И в любви мне разрешали все. Учиться в театральной студии, выступать в цирке на манеже. Аплодисменты были всегда рядом. Успех тоже. А мне хотелось самой ставить спектакли. Мне хотелось стать самой режиссером и заслужить свои аплодисменты. И закончив школу, я уезжаю из Львова в Ленинград. Я заканчиваю с отличием Ленинградский университет и получаю квалификацию преподавателя всемирной истории. А потом аспирантура. Возвращаюсь во Львов, и у меня все благополучно. Прекрасная семья, любимый муж, ученый-физик. У меня любимая работа, подрастают дети. И только вечерами на кухне, под песни, под гитару, с друзьями мы произносили слово «свобода». И свобода пришла. От зарплаты, от науки, от работы, от перспектив на будущее. Что делать? Сложные 90-е закаляли наш характер. Что я только не делала. Я создавала компании, я меняла веники на молдавское вино, я меняла трубы из Запорожья на рыбные консервы для жителей Донецка и Днепра. И только в те редкие вечера, когда я смотрела, как засыпают дети, я задавала себе вопрос, а для чего это все? И в эту минуту пришло решение оставить все. Ехать в страну, где свобода и независимость защищены законом. В Америку. Америка дает свободу и независимость. Но для этого каждый день надо доказывать свое право на жизнь. В моей команде есть люди, которые работают на 2-3 работах, у которых нет выходных, нет отпусков. Вы спросите бизнесменов наших, которые мигранты сегодня имеют свои компании. Как в первый год они работали по ночам, убирая в больших супермаркетах, и пытались на 15 минут спрятаться на полке с одеждой, чтобы закрыть глаза. Потому что утро, когда придет, они шли в калыш на занятия. Время шло. Мы многие пришли к своей американской мечте. Вот и у меня. Уже в Америке была своя компания. 10 лет я нанимала на работу людей, обучала, нерадивых увольняла. Честно признаюсь, никого не мотивировала. Я просто следила за финансовым результатом. Дети выросли, разъехались по своим домам, радовали внуки. И только вечером, возвращаясь с работы и садясь в свой любимый Lexus, я думала, неужели это все? И Вселенная дала ответ на мой вопрос. Звонок от Сергея Куликова. У нас было всего несколько телефонных разговоров. Но я услышала в этом человеке такую силу и такую веру в то дело, которое он начал, что мне захотелось все оставить и идти за ним. Я пошла. Пришли мои друзья. Улыбаясь, они говорили, ну хорошо, давай попробуем твои конфетки. Мы начали пробовать. И когда пришла первая партия продукта, Нью-Йорк закрылся на карантин, которого мы никогда не знали. Нигде. Все люди сидели в больших домах по квартирам. Город, который никогда не засыпает, вдруг погрузился в тишину. Я не привыкла ждать. И я позвонила Ире Бдуленко, своему спонсору, и спросила, Ира, может, наши дрожжи могут как-то помочь? Она дала нам рекомендации, и все, у кого есть машины в Нью-Йорке, сели в эти машины. Мы одели маски, мы одели очки, мы закрыли голову капюшоном, мы были в перчатках, мы подъезжали к зданию, и мешочки с дрожжей вешали на входную дверь.
отходили в сторону, а выходили тени наших друзей. Мы молча садились в машину, уезжали домой. И вот когда через 2-3 дня они звонили и говорили, что начали дышать, вот это было счастье! Они просили вторую порцию дрожжей. Мы им рассказывали, как открыть компьютер или телефон, как подписаться и заказать продукцию. А сами воодушевленно ехали к следующим людям. Нас в качестве продукта не надо убеждать. На третий месяц моей жизни в EPL я увидела недельный чек. 10 064 доллара. Всемирный закон. Помогай людям с открытым сердцем и душой. И Вселенная тебя вознаградит. Сработал! И честно вам признаюсь, я сейчас чувствую, что моя детская мечта стать режиссером осуществляется. Я чувствую, что я становлюсь хорошим режиссером, раз сегодня я здесь, на этой сцене. Сегодня я точно знаю, что моя миссия – растить лидеров. Сейчас мне кто-то скажет из вас в зале, что лидерами рождаются. Вы знаете, иногда человек попадает в такие обстоятельства, когда он даже головы не может поднять и подумать, а для чего он вообще живет. Когда я вижу человека, неважно на каком уровне, 5-10 не играет роли, я как первые американцы промываю песок и нахожу в нем золото. И этих ребят, которые при больших семьях, при работе, готовы отдать кусочек себя, чтобы помочь другим людям, у которых открытое сердце, я начинаю растить. Я даю им крылья, те, которые мне дал Сергей Сергеевич, потому что именно эти люди построят наше будущее. Мы родились на планете EPL, на ее вере, надежде, любви и уважении. Мы, пеловцы, только здесь мы могли появиться и развиться. Мы все с вами режиссеры своей судьбы. Мы все достойны аплодисментов. Мы все достойны успеха. Браво! Майя Трофимович!